Ставь руки за голову! Руки за голову, сказал! Руки за голову! Не вертись, что вертишься! Что вертишься? Ко мне, сказал! Жало вниз! Жоп! Руки за голову! За спину, давай, передавай! Вторую! Дай мальчик сейчас! Ну что, ты отдал пару раз, вторую! Голову! Прямо смотри! Хочу! Прямо! Хочу! Руки! Хорошо, хорошо! Руки за спину! За спину руки! Руки за голову! Руки за голову! Колее! На колее! Шире ноги! Шире, говорю! Шире, шире! На живот! Даюсь, начальник! На живот, сука! Живот! Руки за голову! Ну, руки за спину, сука! Просто отнимать это вообще не накроешь особо ничем. Палец попадет обязательно, то есть оторвет обязательно. Значит, исходя из этого, то есть приблизительно то же самое, что и когда у человека нет. Ну, отойди, пожалуйста. То есть все приблизительно то же самое. То есть прямо подходит. Эй! Опять ведь контроль. Вот она рука, контроль, и все. И все то же самое. То есть упрощается. В каком плане упрощается? То есть уже как бы не обращая внимания на обезоружение как такового. То есть мы его сразу вошли. Все, у нас вот он где находится. То есть мы уже вне зоны выстрела находимся. Все, вот он оружие. Дальше. Удар за глаза. Зацепили. Вот оно оружие. Теперь мы его безопасно сзади. Безопасно. Видите, уже берем откуда? Не отсюда, а уже сзади безопасно. Раз. Смотрите, на горло я ему наступил. Там. Рука в переломном положении. Дышать нечем, и рука ломается. Видите? Оружие мы взяли. То есть не будем больше выпендриваться. Значит, дальше при задержании, то есть нам нужно иметь там первый, второй дан по джиу-джитсу, чтобы его в этих опасных положениях начинать там обезоружить. То есть человек никто не будет хотеть давать возможность. Любая возможность, любой люфт, любое какое-то прослабление, он будет бороться за свою жизнь. Поэтому, как только у вас появилась возможность взять оружие, вы его взяли, встали, отошли. При этом, перед этим, надломили ему ручки. Надломите ему просто. Травму нанести, чтобы потом она не работала, ничего не могла сделать. И еще раз. То есть самое главное, что, как всегда, вы уйдите с линии этой. Идем на него. Идем на него. Бэм-дэм! Два удара. Раз, рука взята. Дальше идет маятник опять. Тинь, удар, захват. За глаза, за нож, за все что угодно. Зацепили, бросили. Как только он упал, мы на него тут же наступили, видите? У меня рука в переломе, и на горле стоит колено. Ему очень тяжело там. Со всего маха, когда ахнешь, он просто останется лежать и все. Видите? То есть он свидетель, живой, он вам скажет. То есть сложного, в принципе, ничего нет. Единственное, что мы уже не лезем на захват оружия, потому что у нас попадет сюда под ствол. То есть сбит, удар, удар, и мы уже у него. Другого положения, как отсюда. Отсюда. Как бы не держал, да. Круто, да. Это все круто. Все то же самое. Сбив сам. Да, сбив. Идет на него. Вот. Мы всегда идем сюда. Оп. Значит, так, опять. Сюда можно сбить. Все это очень так же. Разницы вообще никакой. Смотрим, ему. Вот он. Взяли. Смотрите, опять Витя наступил на голову. Попробуй шевелить. Да, больно башке. Больно башке. Конечно, больно башке. И все. Потихонечку. Все, стою. Пошли. Глазки ничего не вижу. Понятно, да? Все.